3 июля текущего года около 15:00 часов в дежурную часть Чугуевского отдела полиции от врачей Центральной районной больницы поступило сообщение о доставлении двух несовершеннолетних ребят с диагнозом алкогольное отравление. В ходе проверки сотрудниками ювенальной провинции было установлено, что двое подростков пошли купаться на ставок, расположенный на территории района, и по пути встретили односельчанина, взрослого 25 лет. Он нес бутылку водки. В ходе разговора дети попросили его, ну, то есть сейчас будет устанавливаться это со слов детей. В общем, он передал этот напиток детям, дети пошли на ставок и употребили его, вследствие чего наступило алкогольное отравление. На данный момент жизнь и здоровье детей находятся в полной безопасности, дети находятся дома. По предварительным заключениям врачей, это было алкогольное отравление, то есть не было никаких примесей. Если мы говорим о суррогате, то пьют алкоголь, отравятся суррогатом, то есть теми вредными веществами, которые выделяют алкоголь. На сегодняшний день уже дети дома. Я больше скажу, что в тот же день дети были выписаны из больницы, им была оказана необходимая медицинская помощь. И, скажем так, родители детей на данный момент привлечены к административной ответственности в виде наложения санкции предупреждения. Мужчина нами уже установлен, его личность установлена. На сегодняшний день, на данный момент, с ним работают участковые и сотрудники ювенальной превенции. Устанавливают место приобретения этого спиртного, что это было за спиртное. То есть в последующем этот мужчина будет также привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 180 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это доведение несовершеннолетних до состояния опьянения. Скажем так, это первое знакомство с алкоголем. Скажем так. К сожалению, что оно произошло в таком раннем возрасте. Но, тем не менее, здесь усматриваются некоторые недоработки, скажем так, в воспитании со стороны родителей. Вследствие чего в отношении родителей составлены протоколы по статье 184. Это ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, которое повлекло в данном случае подобные последствия употребления детьми алкоголя.